было немножко тяжело, но на самом деле было все тихо и спокойно. Какие меры безопасности дополнительно принимались? Ну, наверное, в аэропорту был более тщательный контроль. Но задержка рейса, конечно, не очень сложилась. Особенно с детьми тяжело. Были пограничники, проходили постоянно по пляжу. На этом, ну, так, в общем-то, это... Вы ощущали безопасность? Да. Рейс задержали на 3 часа, конечно. Было немножко некомфортно в аэропорту, в Хургаде. Но полет был комфортный. Слава богу, что мы дома.